все думали, что это шипит горшок, что-то эффект с ним как-то связан. Но на самом деле шипит и катушка. Вот я покажу. Вот тут один генератор однотактный качает вот эту вот мотку. Тут 0,5 миллиметров провод, миллиметров квадратных. Тут несколько мотков намотано, потом идет длинная катушка, может 80 метров, может какой-то 0,5 миллиметров провод лакированный. И потом тут 1, 2, 3, 4, 5 витков, такой 6 квадратов, идет, качает вот этот генератор частотой там 2 мегагерца где-то, 1-2 мегагерца. Только я так ничего не настраивал, просто этот эффект заметил и решил заснять. Вот этот транзистор высокочастотный качает вот эту катушку, этот качает вот эту катушку, пуш, только один ключом, скважинность где-то 20-30%. И вот резонансный конденсатор. Этот настроенный транзистор на резонанс от этого конденсатора с этой обмоткой. Вот, включаю. Тут транзистор ERF6040, этот горячий. Тут защита как бы... Ну, тут лучше было бы по низковольтнее поставить. Так все хреновато сделано. Ерундовато. В общем, пока включаю. Теперь плюс подсоединяю. Вот. Запустится низкочастотный генератор. Вот писк слышен, его частота низкая. Вот синусоида. Эта синусоида снимается с этого параллельно этому конденсатору. Параллельно конденсатору лампочка. 20 ватт или сколько там. Написано. Вот пальцем вводишь, писк увеличивается. Теперь включаю высокую частоту вот этим переключателем и запустится этот генератор. О, зашипело, тут билиберда стала появляться. Шипит. Камера психует. Уже дымом пахнет. Видимо, этот генератор нагрелся. Транзистор нагрелся. Он начинает на какие-то пачки переключаться. Поэтому он быстрее переключается и сильнее нагревается. То есть это, по всей видимости, наводка на генератор. На вот на этот ключ наводка идет от высокочастотного, и он начинает не просто постоянно работать, а начинает перерываться чаще, и тогда больше потерь на переключение идет. Он теперь очень горячий. Держаться невозможно. Вот потребление 2,5 ампера и 12 вольт где-то. Вообще-то нужно было бы посадить тут другой транзистор. Немножко напряжение подняло, скважинность уменьшила. Чтобы, может, он легче себя чувствовал. Нам его
остыть немного. Запущу один лучший генератор. Включу. Потребляет он теперь 1 ампер и где-то 14 вольт. Потом я это показываю. Тут я по всей длине показываю. При попадании на резонанс потребление вырастает. Употребление уже до 5 ампер выросло. Какую-то на частоту накрутил. Вот теперь немного ярче горит, уже далеко. Вот он. Как я понял, полного резонанса. Теперь не потянет тот генератор, нужно немножко отойти от резонанса. То только не хватит для того генератора. Немножко отошел теперь. 3 ампера там сколько. Включаю. Включаю низкочастотный генератор. Ой, зашипело все. Билиберды показывают. Ну, ничего не изменилось. Нет. Просто шипит. Ночью генератор. Ну-ка, одного ночи тоже светит.